Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков ознакомился с работой культурно-досугового центра «Барвиха». Сейчас здесь работают 23 клуба для взрослых и детей на любой вкус. Каждый может найти занятие по душе. В центре проводят концерты, вечера, творческие встречи, фестивали и народные гуляния. Парламентарий посмотрел на работу секций и кружков и оценил библиотечный фонд. На встрече с коллективом в рамках программы «Подмосковье. Территория перемен» обсудили важные аспекты развития культурной сферы региона и результаты, достигнутые благодаря народной программе «Единой России».